Каждый урок – это экзамен для учителя к своим занятиям. Молодой педагог Мария Макеева готовится тщательно. В этом деле нет мелочей. Внешний вид, манера поведения и способ подачи материала. Все это, без сомнения, оценят и заметят ее маленькие подопечные. Учителем начальных классов Мария мечтала стать с детства. Сразу после окончания педагогического колледжа в Лукоянове по распределению приехала в Саров. И уже в начале сентября пополнила ряды педагогического коллектива 5-й школы. Сначала было как-то даже страшно. Страшно, не по себе, все-таки второй класс, а не первый, а я первый год. Ну а так дети меня приняли, родители очень понимающие, поэтому мне с классом повезло. Мария готовит для своих подопечных оригинальные уроки в формате мастер-класса. На видеодоске учитель демонстрирует авторскую презентацию, которая позволяет ребятам с помощью игровой программы раскрыть творческий потенциал и усвоить урок на отлично. Такой новый подход по душе ученикам. Привыкнуть к новому учителю и к новой программе им удалось быстро. Учит нас всему, с ней учиться нравится. Она очень красивая, добрая. Мы ее очень уважаем. С этой учительницей можно учиться на одни пятерки. Она нам очень сильно знания дает, хочет, чтобы мы были умными. А вот Екатерина Саменкова свое педагогическое мастерство оттачивает в должности дефектолога. В эту профессию девушка пришла благодаря своей семье – маме, бабушке и дедушке, педагогам со стажем. Закончив Саранский педагогический институт, Екатерина, не раздумывая, пришла работать в родную 5-ю школу. Дефектолог – это специалист, он работает с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. Вот, он помогает им усвоить образовательную программу. То есть, чтобы он успевал по всем предметам, всесторонне развивался. И также идет работа над развитием психических процессов, то есть внимания, памяти, мышления, речи, ну и так далее. Всего в этом году в саровские школы пришли 18 молодых специалистов. Все они только в начале своего педагогического пути. И, быть может, когда-нибудь воспитанники этих молодых педагогов станут победителями Олимпиад и достигнут успехов в учебе. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.